Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Трайн 2 Complete Story. И я пытаясь не играл. Свое королевство, герои оказались втянуты в хитросплетение. Так, да? Ладно, это, наверное, вы уже слышали, я так думаю. Я не играл в эту игру уже фиговую тучу времени. И я уже не помню, что тут и как. Ага, ну тут вроде бы о, ай, Так, ладно, воскреснем сейчас. Значит, колдун. Мне больше всех нравится этот колдун. А нам здесь что вообще надо сделать? Нам здесь надо просто пройти дальше. Тогда можно вот так сделать. Наколдовать себе вон платформу, зацепиться. Ай, я не думал, что... Короче, все так плохо. Ну ладно. Так вот, продолжим. Вот так. И теперь опальчики. Так, там вон бонусы лежат, поэтому их надо... Не, ну я, в принципе, все помню. Мышечная память, знаете ли, дает о себе знать. То есть такой некий автопилот. Так. Эх, не получилось сделать то, что я хотел. Я хотел... Блин, тут как в Майнкрафте Shift не работает. Вот это на самом деле привычка Shift и на... Да блин, ну переставь ты этот ящик. А. Угу. Так, надо там, наверное, еще один ящик поставить. Эй-эй-эй-эй! А я ж их могу вот так вот сделать магнитными, и фиг они куда денутся. Но это я не буду делать. Так, вот этот. Эй. Памс! Я просто вот эту штуку хотел взять. Так, тут, в принципе, та же система, я так полагаю. Ой! Я пошел поплавать! А как нам тут быть? Ага, нам тут можно на самом деле все легко сделать. Хоу! Так, ладно, надо пойти воскресить своих персонажей. А тут как-то это не есть хорошо. Эй, куда делась? Ух ты! У нас этот чувак с иммунитетом от огня, он... Вы видели, он там пропрыгал вообще в легкую. Я вообще шел, чтобы колдуна воскресить. Ну, получилось... Ай, колдун. Колдун. Так. Разбиваем эту всю загогулину. Так, нам надо пройти вот здесь. А это значит, что... Ага, тут, эй, подстава очередная. Вообще вот эту штуку можно прилепить к ней следующим образом. Сейчас я вот ее возьму вот так вот и разверну и где там... Ну нельзя, надо все-таки наверх залезть. Ладно, сейчас залезем тогда наверх. Вот это Трайн 2. Просто я что сейчас стал в него играть, и мне же все-таки интересно, чем же здесь все закончится. Тонс. Бодумс. Эй, почему такая маленькая платформа? Не, это все равно маленькая. Маленькая. О, большая. Вот так вот насадил. Так. Теперь надо выбрать момент. Славы нет. И... Ой-о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 й
Во! Опачки! Еее! Так, вот эту штуку брать, а ладно, фиг с ней. Все, но новый у нас
Ух ты, рычаг использовать, а что он даст? А, это вот что, да? Понятно, это эти телепортики. А их крутить можно? Ну ладно. То есть я сюда запрыгиваю, сверху выпрыгиваю. Ну и пофиг. Так, сейчас возьму вот этот вот кружочек. Что это? Я уже не помню, это что они там пьют. Ну, в общем, эта штука нам дает опыт. Вот. Опыт дает она нам, поэтому я ее возьму. Так, нам надо как-то попасть. Еще возьму вот этот тоже. Вот этот тоже возьму. Тынс. Крепкий лед. Моим молотом такой не расколоть. Да ладно. Вон еще как раскололся. А, он, наверное, про вот этот. Ну ладно. Так, короче, сейчас мы вот эту вот штуку... А, все, я понял, что-то надо сделать. Тут надо сейчас... Смотрите, чего сделать. Тут надо растопить лед. А чтобы растопить... Все, я все понял, я все понял. Чтобы растопить лед, нам нужно залезть как бы вон туда наверх. Так, давайте сделаем их магнитными, чтобы они были устойчивы. Вот сюда, это у нас, значит, вот эта вот шляпа. Тише-тише. Эх, зацепил. И все упало. Короче, вот если мы вот так вот поставим, он... Так, а вот там пролезть-то можно? Нет, нельзя. Мне интересно бы попасть вот туда. Но туда на самом деле можно попасть, используя... Блин, зачем я спрыгнул? Так, ладно. Чтобы сбежать, им нужно было растопить лед. Да это я уже понял. Я даже понял, как. И что тут на... Что вы мне рассказываете? Я просто эту штуку поставил сильно, короче, она теперь... Так, подождите. А чё она падает? Непонятно. Так, ладно. Тоже мне Пизанская башня. Да, блин... Эй, стоямба. Стоямба. Амадей. Вот ты неуклюжая корова. Так. О, запрыгнули. Так, отлично. Тут даже три сундука хватает. Так вот, я вот эту вот штуку хочу отодвинуть, а вот эту всю конструкцию теперь поставить... Давай-давай, пихай. Короче, так будет проще. О, как лестницу. Так, тын-тын-тын. И вот он я здесь. И откроем. Тут сейчас стишок, наверное, будет. Песня Изабель. Лето прошло. С ним уйдут до поры солнце, цветущие алые розы, шелест травы и июльские грозы. Осень зажжет ярких листьев костры. Скоро зиме в свое право вступать. Землю скуют ледяные метели. Жизнь упокоится в снежной постели, чтобы весной возродиться опять. Вот такой вот стишок. Так, ну ладно, теперь, в принципе, все остальное уже нам не принципиально важно. Я вот единственное, что думаю... Вот, наверное, знаете, как наклон, да, сделать. И теперь смотрите, что сейчас будет. Видите, куда сейчас потечет лед? Ой, лава это. Ну, только я уже понял. Во-во-во-во, ладно. Может быть,
Шара лавы хватило бы для того, чтобы растопить лед. Да, конечно, хватило бы. Сейчас, вот, вот так вот она теперь туда потечет. Это лава. Эй, а что это за фигня такая? Вон туда, давай. А, все. Растопился. Шикарно. Шикарно. Все, он уже растопился. Так, сейчас это закончит литься. Эх, все равно прыгнул в нее. И пробегаем. Тут сейчас должен быть чекпоинт. Ну, чекпоинта нет. Так, возьму вот тот вот кругляшочек. О, там еще что-то наверху. А ну-ка, заряди-ка туда топором. Бдыньк. Взяли. Йеху! Сноуборд. Вот тут эти штукадрюки еще. Новый уровень. Ага, ну система, в принципе, понятна. С этим очень хорошо со всем Амадей справится. То есть вот так вот максимально ее состоять. Стоять. Стоять. Наколдуй тут ящик. А, даже два ящика. Запрыгиваем на них. Берем эту... Оп. Хоп. Ладно, не буду. Ой, какой-то динозавр или скелет. Ушел нафиг. Вот там вот тот, что наверху, меня напрягает. Есть, отлично. Теперь он внизу. На тебе. Эй, хорош. У меня просто чекпоинт сильно далеко. Ё-моё. О, чекпоинт. Ну теперь-то я с вами разберусь. Пошли нафиг. Они тут что, бесконечно спаунятся? Да нет, вроде. Все, так, вот мне кажется, вот это вот уступок, он там, может, там что лежит? Ну-ка, давайте туда запрыгнем. Ай, нифига тут нету. Ну и ладно. Так, что там тут у нас можно прокачать? Монстр Призон. Не хочу. О. Какая-то, короче, штука там щит 4 стоит. Викинг. Все понятно. Окей. Ладно, я, наверное, буду... качать. Если тетива натянута, стрелы зачаровываются морозом и замедляют врагов. А вот это что, огненное? Взрывная. Давайте стрелы прокачаем. Хотя я все-таки хочу такие. Приобрести. Их все равно можно сбрасывать, так что. Нормально. Побежали дальше. О, две стрелы она выпускает. Вы видите это? Круто! Йоинк! Йоинк! Я не хочу туда! А, ну тут понятно все. Короче, Амадей. А, тут не Амадей. Покатился этот валун. А мы, интересно, тут сможем заблокировать? Блин. Ты тут ни за что зацепиться не можешь. Вот такая... Ну, чё она скользит? Такая конструкция должна быть
Вот, вот, она практически не скользит. Я сюда просто хотел зайти. И как бы и все. Ну ладно. А, хотя тут теперь мы заткнули. Можно на самом деле и... Ну ладно, не хочу я брать. Это одна мелочевка. Она нам не принципиально важна. Так что проходим дальше. Чекпоинт, который на высоте. Я так понимаю, его надо успеть взять. А чё он не берется? Ой-ой. Йоньки! Йоньк! А шо я ему магом ничего не сделаю. Я ему магом ничего не сделаю. Тут надо или продолжить последние контрольные точки. А я воскрешать-то могу их? Да блин, почему ты не можешь... Ага, во, все воскресились. Отлично. Ай, попался. Так, а ну-ка, возьми в руки молоток. Все, расфигачил. Уай, убегай оттуда. Амадей молотком расфигачил его. Так, пойду воскрешу нашу лучницу. Ну, все, отлично, лучницу воскресил. Ну, а теперь пойдемте. Так, ну тут все просто. Я построю ящики, пожалуй. Блин, ну чё вы упали? Ну ладно, пофиг. Так, еще раз конструкцию строим. Один ящик здесь. Один ящик здесь. Давайте их сделаем магнитными. Блин. Ты сюда, что ли, не можешь запрыгнуть? О, все, отлично, прошли. Так, ну и что же нас... Дорога кончилась. А вниз лететь долго. И как же я выберусь? Помоги мне, деревце. Вырасти длинные и прочные ветки, чтобы я могла пройти. Офигеть, длинные и прочные ветки. Изабель, она заставила дерево расти. Как по волшебству. Круто, а походу мы прошли этот уровень. Что очень и очень меня радует. Герои выяснили, что Изабель и Розабель действительно новая сестры. Ачивка. Путешествие к дому Розабель проходило по горе и через полные опасности лес. Теперь они продвигались куда быстрее. Похоже, что весь лес ожил, чтобы помочь друзьям вернуться назад. Замечательно. Надеясь застать Розабель врасплох, они пробрались на балкон высоко на верхушке окаменевшего дерева. Балкон на верхушке дерева? Ну что, давайте штурмовать логово! Здорово. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.